Всем приветик, мои девчоночки! Я сегодня, вот смотрите, оделась вот таким вот способом. Девочки, сегодня нашла еще одни вот такие шлепатулечки. Прикидываете, да? Я за них абсолютно забыла. Представьте, у меня такие беленькие есть. Сейчас пойдем прогуляемся немножко. Куда иду? Не знаю. Куда иду я с пятачком? Большой-большой секрет. Немножко отошла, вы знаете. Надо на свежий воздух, срочно. Куда? Не знаю. Короче, ребятки, у меня сегодня такая странная вещь происходит. Вернее, у меня вчера еще началась. Вы знаете, у меня очень сильно болит вот это вот место. Ну, это понятно, что оно сейчас заживает. Но дело в том, что мне больно даже одеть очки. Одеваю очки, виски болят, ухо тянет, короче. Я не знала, что мне делать. Как знала, но дело в том, что надо пить ибупрофен. Ну, антиинфламаторию, по-нашему, противовоспалительное. Иду в аптеку, короче, представляете, я знаю, что мне прописали, потому что на листике было написано парацетамол с ибупрофеном. И в аптеке мне говорят, что нет, чтобы тебе не прописали. Ребят, слава богу, что мне его дали. Но по страховке, ну, и за свои деньги мне дали, но не по страховке. Ну, короче, ребят, дожились. Я говорю, блин, нормально, да? Меня прооперировали. Должны были все таблетки быть в моей карточке, чтобы я только пошла их и купила. Ну, короче, взяла ибупрофен, выпила. Но легче мне, товарищи, не стало. Надо пойти, потому что сил уже нет сидеть дома. Кстати, девочки, вы вчера видели мой мумбанк? Вы, наверное, поржали от души, правда? Я тоже. У меня мама сегодня обхахатывалась. Говорит, Тань, ну ты почудила. Да просто хочется немножко дурманца погнать. Ну, вы знаете, это бывает там или утром, или вечером. Утром мне плохо, и вечером мне уже лучше. И вы знаете, самое прикольное, ребята, что меня переживает, что я еще до сих пор очень-очень слабая. Честно говоря, наработку уже пора, потому что сидеть долго уже не можется, понимаете, не можется. Это обязательно вот это все убирается, обязательно. Но по здоровью я вижу, что я еще абсолютно не готова идти на работу. Я сейчас хочу зайти вот этот вот китайский магазинчик, посмотреть там, что у нас есть интересного. Вы гляньте, сколько здесь зелени продается, а? Сколько же здесь цветочков, а? Даже кактусы, блин, товарищи. Ну кому нахрен нужны вот такие вот элементарные кактусы? Я не знаю, а? Ну вот давайте покажу, что у нас здесь. Ну ладно, вот такие вот декоративные, да, они красивенькие, разненькие, правда? Веселенькие. Ой, а сколько их здесь, гляньте, а? Ну а вот такие вот, я не знаю, кому они нужны? Даже подсолнухи у нас есть, видели, а? Девчонки. У меня, кстати, вот такой вот дома, нет, вот такой вот у меня дома, на подоконнике у дочки растет. Я не понимаю, зачем она их притащила. О, гляньте, кстати, уже даже с плодами и все, скоро уже будет кушать даже. Ну, короче, пошлите, я там посмотрю кое-что, то, что мне нужно. И глянем то, что есть здесь. Ой, девочки, я такой цветок хочу себе. Гляньте, это своего рода орхидея или что это? Блин, зачем я ее увидела, а? Девочки, 12 евро стоит. О, я хочу. А мне надо купить вот эту вот пилочку, да, поняли, для ножек, для всего. Потому что одна у меня поломалась. Ну, честно, не знаю, какую лучше выбрать, девчонки. И вот такую чухалку. Или камушек взять, вот такой вот. Я уж не знаю, что лучше, а? Вот такую, наверное, правда, для пяточек. А, вот еще вот, смотрите. Это вроде бы так надежней. И цена одинаковая, потому что это гибкая. И ломается. Возьму-ка я вот такую. И возьму, наверное, камушек вот такой вот. Вот там мамы такой смешной камушек этот. Еврик. О, вот это мне нужно. Девочки, гляньте, даже наши хризантемки продаются. Какая прелесть, а? 2,95. Я вот хочу вот такую маечку себе. Ну, в принципе, хотела на работу. Но это синтетика. 4 евро, гляньте, а? Только зашла и сразу нашла. Сейчас надо посмотреть без синтетики, есть ли у них здесь такие маечки на работу мне. Девочки, вы только посмотрите на меня. Я только зашла в этот китайский магазин, там вообще нет кондиционера, только вентиляторы. Я вылетела. Думаю, я там брыкнусь, хотела вам показать, но думаю, не-не-не. Я вылетела. И правда, здания очень большие, но как-то на кондиционеры у них не хватает или как. Почему не ставят? Я знаю, что это много, но тем не менее, если вы берете такие, говорится, ответственность ставить такие магазины, то ставьте кондиционеры, правда? Ребятки, какая красота вот так вот вечером прогуливаться. Прямо идешь в никуда, а? Прохладненько, так здорово, а? Ой, красотень. Вон, девчонки собрались прогулочками гулять, а? Какие умнички, а? Идут, щебечут, сейчас где-то засядут, по пивку хряпнут, отдохнут, посмеются.
Вот умнички, а. И уже видели, девочки, в возрасте. Видите, вот таких вот будочках, почти ну, через дорогу, можно сказать, на каждом перекрестке стоят вот такие вот лотерейки, видели, да? Где люди покупают лотерейки, там, и в испанцев это очень даже популярненько. Девочки, вы гляньте только, куда я заховалась, а гуляла. Нашла деревцо, думаю, по крайней мере, здесь не будет нам мешать делать репортаж. И вы знаете, девочки, по поводу вчерашнего видео, вот самое обидное, мне кажется, самое больное, что многие жили в этой жизни и даже не испытали даже ни одного оргазма. Они не знают, что такое ласка, но они встретили отличного мужчину, который был отличным отцом, который был отличным мужем, который заботился о ней, дал ей все, но не дал ей самого главного. Я не знаю, почему столько стыда в этих словах, потому что все этим занимаются, и никто, не говорится, об этом не говорит. И женщины уходят из жизни, как говорится, даже не попробовав этого самого классного секса. А многие, которые даже и решались заговорить своим мужем, может быть, по слуху подруг, может быть, по советам, мало ли чего. Ну, девочки, мы между собой всегда общаемся, правильно? И когда начинаешь говорить мужу о чем-то, допустим, давай что-то изменим в своей жизни, давай попробуем что-то новое, мало ли чего, потом ее обсуждали. Что, мол, пожила, да, мол, теперь хочешь напрыгаться, мол, в таком плане, мало ли тебе, да? А вы понимаете, девочки, что мужчины тоже, как говорится, не рождаются уже такими учеными. Они приходят в жизнь так же самое, как и мы. И у жизненного опыта, если никогда не было, есть тоже свои страхи и комплексы. Потому что они думают, что если женщину попустят, говорится, послабят немного, ну, гулёна, мол, понимаете? А девчонки, как жалко, как обидно, что вот именно мы выходим замуж, да, допустим, мы еще такие дети, такие девчоночки наивные. Одни по молодости имеют больше, как говорится, темперамент, другие меньше, правильно? И вот именно, которые имеют больше темперамент, не соглашаются с этим, потому что для них секс обозначает, ну, немножко важнее, как говорится, чем все остальное. Или очень дополнительная часть, понимаете, да? И вот уходили к любовникам, или бросали брак, как говорится, разрывали и уходили к другим. Хотя многие там писали, секс это не важно, девочки, важно. Я считаю, что 50%, наверное, в нормальной семье, в нормальной паре это важно. Потому что если нет никаких отношений, то получается вы брат и сестра или как? Тоже слышала такие истории, когда мне рассказывали, говорит, что муж просто перестал обращать внимание на меня, и мы счастливо живем. Конечно, об этом никто не будет рассказывать, и нас это не интересует. Мы просто обсуждаем, как говорится, жизненные истории, жизненные случаи, вот такие вот, да. И, конечно, многие женщины привыкли, конечно, когда нами пользуются, правда. И мы даем безвозмездно, как я всегда говорю, да, самое прекрасное, нашу ласку, нашу любовь, наше внимание. Когда нам говорят спасибо или, допустим, даже пускай оставляют деньги, правильно, поддержку наших штанов, может, для наших детей. Почему-то нам это кажется ненормальным. Так что, девочки, все это нормально в нашей жизни. Когда говорят и делают это все с любовью, с заботой и самыми наилучшими пожеланиями для нас. А все, что говорят люди, я не думаю, что это важно. Что огромное спасибо, мои птички, что вы высказались и сказали мне свои истории. Огромное вам спасибо. Всем добренькое утречко, ребятки. Гляньте, я сегодня для вас специально даже одела платьечко, гляньте, а? Девчонки, давно его не носила. Оно такое легенькое, вентиляционное. А, думаю, приведу себя в порядок, бо у меня уже, говорят, там в пижаме уже достали меня видеть. И достали меня видеть кислой мордой и разговаривать, мол, на такие темы. Ну, по поводу задрала в таком плане. Ну, так, мягко сказано, вчера было. Ну, ребятки, ну что ж поделаешь, кстати, напишите, если вам интересно знать об этом или нет, или, может, уже просто вам скучно немножко стало, я точно учту. А то вчера уже там написали, уже все достало со своими темками, с носиком и всем остальным, мол, давай меняй темку, потому что уже заскучали, видно. Ну, ребят, извините меня, если кому-то, может, что-то не нравится, вы простите, но я-то, извините меня, болею, правильно? Если я болею, то я должна об этом рассказывать, правильно? Если честно, я вам хотела признаться о одной такой вещи. Я сегодня уже хотела ломиться на работу. Ага, ну, думаю, знаете, все-таки посидела уже дома немножко, надо идти на работу, потому что куча платежек, куча всего. Ребят, ну, все прекрасно знают, да, потому что в этом месяце у меня было вот так вот растрат, и еще страховка мамина приходит, и сейчас еще надо еще думать за машину забирать. Я точно еще не знаю, сколько с меня сдерут,
Но вчера произошла такая вещь. Сейчас я вам покажу. Я, короче, на балконе, не знаю, рассказывала вам или нет, вот это летела у меня, вот эта орхидея, потому что кабель, ну вы поняли, там было украшение такое для кабеля, и оно отвалилось у меня. И получается отвалилось, гляньте, как хорошо, а? Я думаю, возьму клей-то, приклею, залезу, там, поделаю все и приведу в порядок. Ну и, ребятки, гляньте, вот такого вы еще точно не видели. Прикол, правда? Ага, совок, девочки. А знаете почему? Потому что сделала это... Ну, так уже солнышко высоко стояло. Я закрываю окна, чтобы туда не свалиться. Через балкон, понимаете, да? И начинаю клеить. Ну, клей, конечно, не быстрый, обыкновенный такой, знаете, самый дешевый, что нашла. Начинаю, короче, ним клеить, но специально для обуви. Думаю, приклею, подержу немножко, оно схватится и все. Девочки, стояла я так с рукой. Закрытые окна, у меня уже голова кружится, я уже стою, думаю, ядрить налево. Первое, что делаю, хватаю этот совок и вижу, оно такое тук-тук-тук-тук попадало, а с одной стороны держится. Ну вы ж поняли, это украшение для кабелей, его просто элементарно можно купить, вот эту вот полоску и все. Оно стоит копейки, но думаю, попробую я отремонтировать, ну как всегда, девочки. Короче, я зацепляю этот веник, меня уже начинает дурманить, как говорится, от этой жары, сползаю и говорю, все. Все, вот что я сделала, я потом отлеживалась, я вам клянусь, а? Голова закружилась, слабость ужасная, а представьте, это я стала на две ступенечки. А если мне ехать на работку, то получается там окна вымывать, и мне там вообще надо залазить, хрен знает куда. Все, и мама мне говорит, Таня, говорит, какая нахрен работа? Говорит, ты не можешь отлежаться нормально? Я говорю, ну, я отлеживаюсь. Я целый день, ребята, отлеживаюсь. Ну, пойду немножечко пройдусь, там часик. И опять возвращаюсь домой и целый день сижу дома. И правда, отлеживаюсь. Кушаю, сплю. А вечером опять где-то пойду прогуляюсь. Ну, короче, ну, маюсь я уже, маюсь, понимаете? Ну, короче, мама меня, увидела эту всю картину, она говорит, не-не-не, давай отлеживайся, девочка, все деньги не соберешь. Тебе хотя бы надо до среды точно отлежаться, тем более в такую-то жару. Ну, короче, мама меня переубедила. Осталась я, короче, ребятки, дома, потому что, правда, сделала маленький, я там здесь ничего такого особенно не делаю дома, правильно? А туда пойду, а там наклоняться, поднимать руки и все остальное, ну, короче. И представляете, сегодня утром меня разбудили две Наташеньки. Наташенька Козырева и Столярева. И правильно я произнесла? Девочки, огромное, огромное вам спасибо за ваши донаты. Честно говоря, это так до такой степени уместно. И мама мне говорит, вот смотри, видишь, твой день работы, говорит, по крайней мере, успокойся, посиди, отлежись. Спасибо вам огромное. Спасибо, спасибо за вашу поддержку. Потому что, говорится, знаете, честно говоря, впритык иду, впритык абсолютно. Я не могу сказать, что деньги бывают лишними, но они до такой степени были кстати, девочки. Спасибо вам еще раз огромное. И кто хочет сделать донаты, опять же, я никого не заставляю. Кто просто хочет помочь вашему, поддержать вашего блогера в шапке канала, у меня есть кнопочка PayPal. Всегда буду очень рада. Спасибо вам огромное, девчонки. Деньги у нас с неба не падают. Если вы думаете, что у вас блогер-миллионер, знаете, задайте сами себе такой интересный вопрос. А зачем я хожу еще до сих пор работаю и работаю от солнца до солнца? Ой, хороша-то хороша с таким-то выкатом. А? Я не готова еще к работе, это точно. Но то, что лучше, уже намного лучше. Вы знаете, что я сегодня поймала себя на мысли? Буквально одна фраза, что я сегодня проснулась и спала, у меня рот был закрыт, и я дышала носом. Так что надеемся на хорошие новости. А сегодня, вы знаете, пока еще солнышко сильно не поднялось, мы решили с мамой сходить на базарчик. Базарчик у нас здесь буквально в двух шагах, пока не поднялось солнце. К нам приезжает сюда приездной по понедельникам. В Испании вообще-то, в любом городе у вас есть базар. Есть базары центральные, которые не движутся, и привозные. В каждой зоне они стараются ставить в понедельник в одной зоне, во вторник в другой зоне. Ну, в таком плане. И вчера был тоже один такой комментарий, написали, почему все блогеры нас таскают по магазинам и таскают по супермаркетам. Девочки, не нравится? Такое ощущение, что они никогда по магазинам не ходят. Это жизнь в Испании своими словами. Это моя жизнь, которую я вам показываю. А вы в магазин не ходите? Нет. А мы сейчас идем на базарчик. Кстати, до такой степени хочу чуррос. И там чуррос обалденные делают. Сейчас подожду маму и let's go. Так, сейчас сначала первым делом покушать. Бегом, бегом, бегом. Кофеечек и чуррос. Боже, как я давно здесь не была, а?